Атака коронавируса, помимо прочего, стала и катализатором творчества по всему миру. 25 сентября арт-объект под названием «Спасибо врачам» появился и в городе Атомщиков в Десногорске. Уличное граффити посвящено медицинским работникам, которые были и остаются на передовой борьбы с COVID-19. Коронавирус еще не отступил, и сейчас мы вот открываем этот объект, а врачи, медсестры выполняют свой долг профессиональный. Идея такой благодарности медикам принадлежит Смоленск Атомэнергоремонту, а за качественное художественное исполнение отвечал городской центр культуры и молодежной политики. В результате трансформаторная подстанция первого микрорайона изменилась до неузнаваемости. Перед краской стена грунтовалась, потом наносился карандашом рисунок, масштабная сетка, переносился с эскиза рисунок на стену и красками. Дальше пошла роспись. На воплощение проекта у авторов Ксении Кругловой и Марины Ипатовой ушел месяц. Девушкам пришлось трудиться в не самых простых условиях. Трансформаторная подстанция около 4 метров в высоту. При работе над этой картиной мы использовали краски акриловые, которые применяются для наружных работ, то есть они не портится от дождя, солнца, снега, мороза. Таким образом, новая достопримечательность Десногорска обещает быть долговечной и напоминать горожанам о самоотверженности людей в белых халатах.